Старшую дайте мне.
когда вышла, например, Windows Vista, то никто на нее переходить не стал, все продолжали сидеть на XP. Правда, и сидели на XP довольно долго. Это, по-моему, только позапрошлом году ее поддержка была прекращена. Сейчас, значит, все перелезли на Windows 7, поскольку это тоже была удачная система после. И я думаю, что на десятку никто особенно не перелезет, все будут оставаться на 7. Вот, потому что, ну, она... Ты имеешь в виду из государственных органов власти? Ну, да. Ну, государственных органов, может, вообще. Ну, а ты перелезешь? Понимаешь, Windows. Я пользуюсь компьютерами Apple. А компьютеры Apple всем хороши, но, к сожалению, компания Apple не имеет таких решений для корпоративных систем, как Microsoft. Microsoft с помощью Windows можно и там сопутствующих и программных продуктов, типа Exchange сервера там и прочего, ты можешь автоматизировать работу предприятия, там, где работает сеть из 500 или 1000 компьютеров. И все это будет вместе работать, раздавать права необходимые. Ну, вот как у нас здесь, на Раке. Вот. Ты с любого компьютера можешь зайти по своим логинам, получишь свой, значит, рабочий стол, и все это будет защищено. К сожалению, у компании Apple нет таких технологий, их вообще сейчас практически ни у кого нет. И поэтому в этом смысле альтернативы в Индии ей нет. В госучреждениях, там, где большие сети, все равно она будет использоваться в офисах, потому что человек, там, который персонально работает, у журналиста, он, конечно, будет сидеть на компьютере Apple. Это удобно. Вот. Но если ты работаешь в офисе, тебе придется ей пользоваться. Вот. И сейчас, я думаю, Microsoft, конечно, потому что шума очень много в мире по поводу того, какое количество информации Windows 10 собирает, я думаю, они там будут что-то придумать. Ну, с точки зрения обывателя, вот мне как бы высвечивать, на компьютере на домашнем старте, вот у меня есть там бесплатно, а Windows 10, да? Как мы мягкие буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки,